Друзья, привет! С вами снова Марк Рыбак из Смена. Я тут выпустил ролики по объективам для сегмента PSC для Canon и понял, что множество людей, которые меня смотрят, очень сильно заблуждаются в понятии того, что такое эквивалентное фокусное расстояние, что такое пересчет фокусного расстояния, что такое там угол относительно полной матрицы, угол поля зрения объектива и относительно матрицы APS-C. Сегодня я попытаюсь еще раз доходчиво объяснить этот вопрос, да, вопрос вообще в принципе фокусного расстояния и отношения к этому кроп-фактора, да. У меня уже были специальные ролики по кроп-фактору, будут подсказочки, поэтому, ну, давайте постараемся еще раз как-то прояснить ситуацию. Давайте начнем. Итак, с чего все началось? Дело в том, что я сделал ролики про два интересных объектива, в принципе, хороших достаточно. Это объектив 17-55 2.8 Canon EFS, это важно, да? И объектив 24 мм 2.8 EFS. И многие начали мне писать в комментариях, ребята, что... Когда я говорил о том, что в пересчете там 24, например, становится 38, да, мне писали, какой пересчет, это EFS. То есть пересчета быть никакого здесь не может. Мне там друг сказал, бабушка на лавочке там сказала, кто-то еще рассказал. И, в общем, человек находится в заблуждении. Я бы не стал делать этот ролик, если бы он был один. Несколько человек это написали. Сейчас я попытаюсь еще раз доходчиво прояснить, что такое фокусное расстояние и как зависит фокусное расстояние на матрице APS-C, как оно меняется, да, и на full frame. То есть, смотрите, собственно, на примере объектива 24 мм. Смотрите, еще раз, что такое фокусное расстояние объектива? Это расстояние от задней плоскости объектива до заднего главного фокуса. Это расстояние, это физический параметр. То есть он никак не меняется в зависимости от того, какого размера у вас матрица. Просто, когда мы говорим про full frame, про полный кадр, вот с таким фокусным расстоянием, от фокусного расстояния у нас зависит угол поля зрения объектива. То есть у нас угол поля зрения объектива 24 мм получается 84 градуса. Достаточно широкий угол. Но за счет того, что у нас матрица не такая вот, а вот такая вот поменьше, да, получается, что когда мы получаем изображение с этой матрицы, то у нас угол становится уже просто потому, что матрица уже. И таким образом, угол, который получается на вот этой нашей матрице APS-C, он получается 59 градусов, что гораздо уже, чем угол 24 градуса. И в связи с этим есть такое как бы уравнение, есть такое... объяснение, есть такая штука, как эквивалентное фокусное расстояние. То есть, когда мы говорим, что если мы перемножаем там 24 на 1,6 на наш кроп-фактор, да, и получаем в итоге 38 миллиметров, да, то вот 38 миллиметров на полном кадре дадут 59 градусов. То есть, чтобы вы понимали, всегда, всегда вот этот вопрос пересчета, он встает. То есть мне там писали, что типа на объективах EFS указано фокусное расстояние уже пересчитанное. Такого быть не может, потому что оно физически не может быть другим. То есть оно вот такое, это фокусное расстояние. Я вам скажу больше. Если мы имеем дело с матрицей APS-C там Nikon, она чуть-чуть другая. Там, у нее там кроп-фактор 1.5. Или вообще мы имеем дело, например, с Fujifilm серии X. То есть у Fujifilm серии X нет других стандартов матриц, кроме как APS-C. Но все объективы на нее, которые продаются, они имеют маркировку вот эту вот, стандартную, то есть относительно полного кадра, как бы, да. То есть у меня, например, объектив мой, любимый, портретный объектив, 56 мм 1.2,
это эквивалент моего на Canon 85-ника 1.2. То есть понимаете, что всегда, когда у вас указано фокусное расстояние, вы должны его учитывать по поводу размера вашей матрицы. То есть вы должны прикидывать, да? Если это объектив на Olympus, у Olympus Crop Factor 2, если на объективе написано 50 мм, значит, он будет давать угол на этой камере, как объектив 100 мм на полной матрице. То есть, опять же, вот видите, как я хитро говорю. То есть я не говорю, что он будет на камере Olympus 100 мм. То есть если упростить, то да, можно так сказать. То есть объектив 24 мм на камере Olympus станет, собственно говоря, практически полтинником, там, 48 мм, да? То есть нету никакого вот этого вот там пересчета или недосчета, да? То есть 24 мм на полной матрице дает угол 84 градуса. То есть если вот этот EFS объектив как-то прикорячить там к полноматричной камере, ну его невозможно прикорячить, потому что там защита стоит. То есть на полноматричной камере объективы EFS не садятся. Но он тогда даст у нас, ну в теории, да, даст угол 84 градуса. То есть как объектив 24 мм на полной матрице, да, то есть есть 24 мм EF объективы, они дают 84 градуса. Но если мы любой объектив 24 мм с EF, EFS ставим на камеру с кроп-фактором 1.6, то мы получаем в итоге угол 59 градусов, что получается как бы пересчет, то есть что для полной матрицы угол такой будет давать объектив 38 мм, то есть почти что 40 мм. Так что не заблуждайтесь. Всегда, когда у вас указано на объективе фокусное расстояние, оно указано как бы, ну если по-простому, как бы для full frame. То есть когда у нас матрица узкая, то нам надо предполагать, что у нас фокусное это расстояние, оно не меняется никуда, это расстояние, оно и в Африке расстояние. То есть оно в миллиметрах, все. Но у нас меняется угол поля зрения объектива. Кстати, угол поля зрения объектива и угол поля изображения объектива – это тоже немножко разные вещи. Но не будем сейчас заморачиваться, от угла зрения уже можно плясать, да? Вот, надеюсь, наконец-то эти вопросы я прояснил. Всегда пересчитываем фокусное расстояние на наш кроп-фактор. Тут не пересчитываем только тогда, когда кроп-фактор 1. Я вам больше скажу. Среднеформатные фотоаппараты, там GFX у Fuji, там матрица еще больше, да, там матрица в два раза больше, чем full frame. Но фокусное расстояние всегда указывается таким вот образом, да, оно и есть расстояние. То есть, например, объектив 50 мм, который на полной матрице у нас будет нормальным объективом, который не будет искажать перспективу никак, да, и будет с перспективой работать так же, как мы видим глазом. Но если мы говорим про 50 мм на вот такую матрицу, на большую, на широкую, на среднеформатную матрицу, то это уже широкоугольный объектив, понимаете? То есть полтинник — это уже широкоугольный объектив для среднеформатной камеры. Но фокусное расстояние у него все равно будет указываться вот именно таким вот образом, да? То есть на среднем формате, вот на пленочном среднем формате 6x6, нормальный объектив — это 80 мм. То есть то же самое, что полтинник на full frame. Ну, не знаю, может быть, я вас еще сильнее сегодня запутал, но надеюсь, что кому-то стало яснее, да, этот вопрос начал проясняться. А сегодня с вами был Марк Рыбак. В описании все мои контакты, можете заказать мои услуги, можете заказать консультацию, съемку, можете купить мой учебник «Фотография для начинающих» или заказать там наш мерч. Обязательно подпишитесь на канал, здесь мы будем прояснять и другие вопросы, которые могут быть не всегда так сразу понятными. Поставьте колокольчик, до свидания.